До 1 октября кровли трех многоквартирных домов в Зугрессе должны быть отремонтированы. Как идут работы и нет ли отставания от графика? Сегодня замминистра строительства и ЖКХ непосредственно в Зугрессе во дворе дома номер 8 на улице Пушкина получил ответы на эти вопросы. С рабочей поездкой в город Зугресс сегодня отправилась и глава администрации Харциска Виктория Жукова. Сегодня с рабочим визитом посетили Зугресс, потому что были небольшие моменты, которые нужно было устранять. Поэтому сегодня был у нас и замминистра строительства, и администрация Зугресса. Полностью проверили объект. Есть замечания небольшие, мы их будем устранять в ближайшее время. В полных объемах материалы закуплены, поэтому контроль ежедневный. Будем ускорять процесс. Договоры заключены на выполнение работ. Подрядная организация закупили. Я так понимаю, в полном объеме строительные материалы. И на данном объекте, на котором мы сейчас находимся, уже приступили к выполнению работ. Ждут аналогичного ремонта дома номер 9 и 10 на улице Калинина. Виктория Жукова рассчитывает, что работы будут выполнены с опережением графика. Графики до 1 октября с крышами. Конечно, мы хотим это сделать гораздо быстрее, чтобы успеть до того, как начнутся дожди. Пользуясь возможностью обсудить с заместителем министра другие не менее важные коммунальные вопросы, в частности ремонт лифтов в Харциске и городах-спутниках, Виктория Жукова уточнила сроки заключения договоров с подрядчиками и регистрации их в казначействе.